Всем привет! В эфире интернет-магазин kado.ru. В этом видео я хочу рассказать про замечательную лопату фирмы Idealspaten. Эта лопата основная в линейке фирмы Idealspaten и выполнена она из одного куска стали. О чем говорит вот это специальное клеймо? Гарантирует aus einem Stück. И номер 2. Номер 2 это размер. Это 2,90 на 190. Гарантирует aus einem Stück. Это говорит о том, что лопата выполнена из одного куска стали. И с помощью специальной конической прокатки вот изготовляется такая одна замечательная лопата. То есть она полностью из одного куска стали. Здесь изображен человечек с лопатой. Это старинное клеймо фирмы Ideal. Еще с этими лопатами саперными, да, и вот с таким клеймом. То есть эту фирму изготавливала саперная лопата для вермахта. И черные копатели находят эти саперные лопатки, почистили их, шлифальнули, она как новая. 10 лет гарантию на кованое лезвие фирма дает. Черенок этой лопаты выполнен из ясеня, из длинноволоконного. Здесь выжжено клеймо Idealspaten. Рукоятка Т-образная для работы в саду. А есть разновидность прямой рукоятки. То есть, вот такая, как мы привыкли в России, вот длинная рукоятка с таким вот набалдажником. Стандартная лопата. Лопата отполирована. Лопата выполнена из специальной немецкой стали. Она закалена, то есть она жесткая сталь здесь и в то же время эластичная. По опыту эксплуатации этой лопаты в России могу сказать одно, что сама лопасть лопаты выдерживает практически любые нагрузки. Вот. Сломать мы можем только сам черенок. Поэтому если вы не уверены в ясене, да, вы можете себе заказать лопату с черенком из гикори, тогда ее вообще невозможно будет сломать. Здесь специальные втулки, две втулки для защиты обуви, подошвы резиновые там, например. Так что покупайте эту замечательную лопату в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.